Всем привет! Сегодня понедельник, 30 декабря, последний понедельник уходящего года. Вот у нас такая погода. Вчера был снег. Вчера я была суток, ничего не снимала, в общем, решила отдохнуть. Просто лежали с Яной, даже смотрели фильмы по интернету, представляете? «Голодные игры» вчера посмотрели, советую посмотреть. Фильм сначала мне как-то непонятный начинался, потом очень понравился. Ну, вот такая погода, в общем, на улицах. Ну, не тепло на улице, естественно. В общем, сейчас я что-нибудь сготовлю и буду собираться на работу. Решила не заворачиваться. У меня есть фарш, вермишель, макароны. Сейчас вот пожарю, макароны сделаю по-флотски, обжарю лук, добавлю туда, вот поставила уже кастрюлю на вермишель. Есть 2 дня, завтра готовить целый день, поэтому что заморачиваться, зачем себя утруждать. На Новый год я уже кое-что купила, завтра, сегодня докуплю оставшиеся, покупаю немного, и завтра я вам все покажу и буду с вами готовить на новогодний стол. В общем, не знаю, у меня такая дилемма. Все никак. Я не знаю, работаю я или первого. В общем, если я работаю первый, значит, мы дома. Если работаю не первого, не работаю, то мы идем, наверное, к родителям. Вот. Сейчас я полью цветочки. Свою грядку. Цветочки хотят пить. Надо полить. И сварю вермишель с тушенкой. Хотела суп сварить, думаю, да ну завтра уже будет куча салатов. В общем, не буду я варить суп. Пусть без супа будем жить. Суп сварим в новогодние праздники. Ну, суп я хотела сварить. Ну, в принципе, можно маленькую чашечку. Самый обычный. Консервы банку купила. И картошка консервы. Суп из консервов. Да, хочу показать. Покажу. Увидела такие макарошки интересные. Новинка. Из твердых сортов пшеницы. Вик у нас кушает плохо. Думаю, хотя бы взять вот такие макарошки. Ну, Яна, мне тоже надо. Я говорю, ну ладно, схожу, как-нибудь куплю. В общем, вот эти. Они 44 рубля стоят в спаре. В общем, вот такие. Будет, не будет. Ну, хотя бы, может, для интереса будет кушать. Ну, а мы себе варим самые обычные макарошки. В общем, сообщаю, что к Новому году генеральная уборка проведена. У меня в квартире не была. Вся в работе, вся в субботах, всю субботу работала. В общем, сегодня-завтра работаю, вот еще неизвестно под первым. А там я работаю 3 числа на своей основной работе. В общем, будем ждать, когда останусь я на одной работе. И потихоньку будем генералить квартиру. Ну, купатки-то вымоем. Ничего страшного. Ребят, фарш я вот на макароны по-флотски смешиваю. Куриный купила и говяжий. Вот сейчас смешаю, туда добавлю. И макароны отварятся, добавлю в сковородку. В общем, ну, все самое обычное. Как вы делаете, так же и я делаю. Будем кушать так. Ну, и поставила варить на шубу. Картошку я сварю вечером. Она варится быстрее, чем свекла. Морковку я потом вытащу. Картошку, или в микроволновке 10 минут картошка готова, и завтра она будет. Картошку надо же все равно. В общем, мои, так и я и сварила суп. Думаю, а что, сейчас поем перед работой, после работы приду поем. Завтра еще, пока салат это будем есть поздно, пусть будет суп. У меня есть кому съесть. Суп я варю просто из картошки. Банк рыбных консервов я сайру покупала. И лук. Ничего больше не добавляю. С удовольствием добавила риску. Но Яна не ест. Ну и готовы мои макарошки по-флотски. Рожки и мяско. Ну, вкусненько. Так что, суп доваривается. Сейчас, наверное, проверим морковку. Картошку надо покупать. Всю картошку, чтобы на салат истратила в суп. Вечером куплю. В общем, вот наш обед, завтрак, ужин готов. Что еще может быть вкуснее, чем макароны по-флотски и рыбный суп? На спинку поворачивай.
Ура, ура, с наступающим Новым годом! У нас хотя бы снежок сегодня, 31 число. Почему-то хочется сказать, что суббота, но сегодня вторник. Ребят, у меня большая и хорошая новость. Мне включили монетку. В общем, продолжаем наш влог за вчера и сегодня. Сейчас Яна доукрашает зал. Я покажу вам свою елочку, свои подарки. И мы пойдем сегодня к родителям. Поэтому готовить мы все будем там. А дома я только сделаю селедку под шубой. И все. А остальное вы увидите, как я делаю у родителей и наш зал покажу. И сейчас я покажу, какие небольшие подарочки мы вчера приобрели для наших родных и любимых. Ну вот наше новогоднее настроение. Вот наша гирлянда. Так у нас весело, весело встретим Новый год. Ура, ура, ура. А это наша елочка. И что же туда Дед Мороз принес? А принес он много чего. Много-много радости мальчишкам и девчонкам. Наш принес Дед Мороз. Это наши подарки с Яной. Вот это Яна мне подарила, это я не подарила. И это, смотрите, сколько-сколько вкусняшек. Кружка. А это самое интересное. Сейчас мы еще зажжем фонарики. Нету. Ну, мы вот вышли, идем к родителям. Сейчас зайдем на почту. Нам пришла там какая-то посылочка. Что мне заказывала доча. Если почта работает, идем. У нас море снега. У нас много-много снега. А идем мы, как всегда, красивыми. Я не снимаю ничего. Вот. Вот так вот. Идемте с нами. Мы зашли на почту, получили посылочку. Сейчас придем к родителям и будем ее распаковывать. Интересно, интересно, что же там. Вам интересно? И мне тоже. Мама не снимается у меня. Давайте распаковывать. Ян, держи, иди телефон. Распаковка. Распаковка товара. Что же там? Ты знаешь? Ян, папа, у вас квадратный. По 1000 дал папа. Я вот так. Что там тебе пришло? А сейчас узнаешь. А, видите? Что же? Стринги! Мне пришли стринги! Девчонки и мальчишки, а также их родители. Вы все красивые трусишки увидите и хотите ли. Это мне пришел заказ от дочки. Спасибо, доча. Я сегодня в них спать лягу. Отлично, отлично. Бабушка готовит оливье. Мама чистит. Мама, вон мама снимается. Мама на салат. Чистит салат. Мы добавим креветки. Сейчас я уйду и вас оставлю. Снимай, что хотите. Итак, добавляем креветки. Ты не сказал, что мы готовим? Мы готовим новогодний стол. Мы готовим не пожрать. Вот так вот мы их варим. На, пробуй колбаску. А я ем колбаску. Вкусно. Вот так вот готовим креветки. Чем он у нас будет? А у нас будет с креветочками. Чищу креветочки. Халатик один. Дай халатик тебе. Конечно, мама, дай халатик. Яна делает бутерброды. Ян, помаши. А я готовлю. Есть у нас рыбка. А? Это же рыбай. Это у нас рыбка. Мы будем ее делать под маринадом. А это соленая рыбка, которую мы будем есть просто так. Уже сделан салат оливье. Салат а-ля Цезарь. Сыр, колбаска нарезана. Ну, в общем, стол-то наш пополняется. Я же его вам все равно покажу.
Всех с наступающим Новым годом! Вот-вот наш столик готовится. А что готовится? В общем, в принципе, стол. Нас немного, нас всего четверо. И стол практически готов. И сейчас еще основное блюдо. Основное блюдо у нас будет перчики. В духовке. Тятенька, тятенька. Вон, родители. Убегает. Ты пошла со своим. Слышали, да? Чудю. Сейчас я покажу, что у нас будет. А приготовили мы рыбку красную, бутербродики, рыбка под маринадом, салат оливье. Это фунчоза, сырок и то, что любит мышка. Сырок несколько видов, мышка любит орешки. Ах, девочки, сало, грудинка, как же без нее? Колбаска московская, ну, нарезка огурцы с помидоркой, апельсины там, фрукты, овощи, мандарины. Это салат «Цезарь», и не поверите, он с креветками. Как не поверить, у вас тоже будет такой салат. И торт, но не мышь, а еж. Ёж, и, конечно же, конфетки. И ждем основное блюдо — перцы. И нет еще горячительных. Сейчас надо потрудиться. Ну, в общем, ребятки, ну, вот такой у нас новогодний стол. Всех с наступающим, наверное, это видео, конечно, сегодня не будет. Всех с наступающим Новым годом. Не будем себя утруждать, как будем снимать, я не знаю, сниму я или что. Всех люблю, целую, заходите в гости. Перчики, конечно же, я вам покажу. Наше основное блюдо — перчики. Вы представляете, какие они вкусные? Опять дедушка убегает. Все убегают. А Яночка, с наступающим тебя, доченька, помаши. С Новым годом? Ну, скажи мне, с Новым годом, мамочка. С наступающим, да-да-да. Ну, вот такой у нас столик. Ладно-ка. Всех люблю, целую. Пока-пока-пока. Опять.